Муниципальный центр управления регионом стал местом, где глава Ленинского городского округа вместе со своими заместителями встречали министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталью Егорову. Именно сюда стекаются все обращения жителей и обрабатываются профильными службами. Больше всего обращений связано с уборкой территории. По сравнению со вчерашним у нас плюс 5. У нас сейчас за эти 3 недели увеличивается количество обращений, потому что если мы сравниваем с другими неделями, естественно, оно будет больше, потому что мы выходим из этих вот карантинных ограничений, люди выходят на улицу, начинают слать обращения. Обращения отрабатываются в короткие сроки Гостехнадзора, который нам обозначает там в 3-4 дня. Ознакомившись с работой специалистов центра, Наталья Егорова поинтересовалась, как повлияло открытие ЦУРа на работу с обращениями граждан. По сравнению с аналогичным периодом до открытия центра, количество жалоб в администрацию уменьшилось. Стали быстрее реагировать, стали быстрее отрабатывать. В том, что уменьшилось, потому что те обращения, которые есть, они отрабатываются. И мы по повторам, если вы посмотрите, там, условно говоря, 5-7, это для нас, ну, я не знаю, если раз в год выстрелили, то это уже аномалия. А вот которые там показывают, там 11 дней, мы такое уже про такое забыли, для нас 3 катастрофы, вот Наталья знает. За время визита в Ленинский городской округ Наталья Егорова осмотрела не один десяток муниципальных объектов, по которым были замечания. Одним из них стал первый корпус Бутовской школы номер 2. Здесь в центре внимания оказались столовая и пищеблок. Перед тем, как войти в столовую, вход у нас с двух сторон, чтобы не было скопления. Дети моют руки. Умывальники, видите, идут разновозрастные, где-то пониже, где-то повыше. Столовая рассчитана на 290 человек. Еду для них готовят в стерильных условиях на современной кухне. Гостям показали мясо рыбной и овощной цеха, хранилище продуктов и холодильные камеры. Технология приготовления пищи находится на личном контроле у директора школы. Очень серьезно я к этому отношусь. Я прихожу без предупреждения, в 6 часов на закладку. Смотрю, каким образом технологии нарушены или не нарушены. У нас вот такая вот папка с разными актами, которые мы предъявляем, что нужно делать вот так. Исправьте. На одну перемене придем, посмотрим, на другой приду, проверю, исправили или не исправили. После посещения школы министр отправилась на другие объекты. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.